годы Великой Отечественной войны сотни тысяч советских детей нашли свои новые семьи в Узбекистане. Беспечно бегут, и чинары весенние песни поют. Как же много детей, опаленных войной, бескорыстной любовью согрел мой народ. Обнимая дрожащих птенцов, как своих, побеждая отчаяние, горе и страх, наши матери стали родными для них, юных душ стебельки согревая в руках. И летело письмом из Ташкента на фронт долгожданная весть: живы, все хорошо. Колыбельную мама узбечка поет, и заботой своей окружил Додо Джон. Засыпая, смотрели на звезды в окно: Ваня, Даша, Шахноза, Микола, Илья. Засыпая, смотрели на звезды в окно: Ваня, Даша, Шахноза, Микола, Илья. И в молитве о счастье была заодно необъятной отчизны большая семья. Их молитва летела за тысячи верст, поднимая на бой миллионы сердец, чтобы не было больше разлуки и слез. Да скорее подбросил на небо отец. Сколько б лет не прошло, наша память жива. Там, где люди добры, не бывает сирот. И все так же над крышей шумят тополя, и все тем же радушием жив мой народ. И все тем же радушием жив мой народ. Поименно вспомним, стоя, только стоя, павших и живых обнимем, и почтим героев, и расскажем миру с гордостью.